Время – самая ценная валюта нашей жизни. Пытаясь сократить расстояние телефонными звонками, мы не замечаем, как постепенно отдаляемся от родных и близких нам людей. Время течет, как вода сквозь пальцы. Становится все труднее преодолевать расстояние. С каждым днем разлуки мы все больше испытываем потребность в живом общении с родными и близкими. Да, прошлое не изменить, только будущее.